Итак, Power BI. Power BI отличается от таких программ, как Excel, с которыми вы привыкли работать, в том, что она работает абсолютно с разными типами данных. Стандартные данные для Excel – это CSV-файл, comma-separated value, или разделенное запятой значение, и TSV-файл, tabular-separated value, это разделенные табуляции. Power BI видит и загружает данные как flat files, то есть каждую отдельную таблицу из листов Excel. Для более подробной информации переходите на мой курс SQL. Базы данных. Загружая, мы видим, что Customer Price Index CPI загрузился полностью, а Inflation Rates, проценты по инфляции, загрузились неправильно, с ошибкой. Excel Human Readable, читаем человеком. Но абсолютный хаос для базы данных. В Excel вы можете ставить названия столбцов где угодно, но в базе данных вы должны их жестко закрепить как атрибуты. Многие используют Power BI просто для визуализации данных, но это неправильно. Вы должны сделать модель во вкладке Modeling. Более подробно и понятно SQL курс. Каждый раз при открытии новых данных вам поможет Home, Queries, Transform Data. С помощью нее вы сможете избавиться от ошибок и посмотреть всю статистику по данным. Справа на вкладке Applied Steps вся история ваших преобразований, вы всегда сможете их отменить. И вверху генерируется код, окончательный код, который вы сможете применить, если он вам будет нужен.